Приветствую зрители моего канала, с вами я, Саня. И сегодня мы с вами будем играть в Ratchet & Clank 2016 года. И как вы видите, слева в углу экрана нам показывает, сколько надо собрать монгол, чтобы получить какую-то неизведанную вещь. И я подумал, что чтобы вы знали, что это такое, собрать их. Поэтому я сейчас на ускоренке просто возьму и соберу это, и вы узнаете, что же я получу. Погнали! Ребята, пока вы смотрите этот фрагмент, как я собирал все мозги в Ratchet & Clank, я вас хочу попросить, чтобы вы подписались на канал, поставили лайк и репостили это видео своим друзьям. Ведь я не снимал месяц, и вот сейчас я начал снова снимать. Вроде бы моя статистика улучшилась, но хотелось бы, чтобы я собрал больше лайков, больше было просмотров. Я стараюсь, выкладываю контент, я делал хотя бы какой-то монтаж. И я буду очень благодарен, если вы все это сделаете. Ну что, продолжаем смотреть. Ребята, я наконец-то закончил собирать эти долбанные мозги, я их собирал... Блин, почти час. Это был какой-то капец. Я просто прошли секунда. Для меня это был просто ад. Потому что последнее я просто потерял. Я ее не мог нигде найти. Я, блин, летал, ее искал. Это был капец. Оказывается, я ее просто не подобрал. И сейчас мы узнаем, что же будет, если собрать все мозги. Похоже, вы все собрали. Теперь займемся армией. Вы имеете в виду работой на благо всех благов? Ну, конечно. Тебя ждет возмездие, Дэрил. Какая наглость стащить мой сэндвич с тунцом прямо из холодильника. Не с тем благом связался. И мы получаем... Полезно капец. То есть я теперь буду в большем радиусе разбирать ящики, вот эти вот контейнера? Серьезно? Я думаю, я не знаю, я получу там больше здоровья, что-то такое полезное, какое-то оружие. Я получу какое-то вот говно бесполезное. Не, ну... Так, и куда мы направимся? Ну, ребят, ну хотя бы за такое надо поставить лайк. Да такое надо просто поставить лайк. Я старался, я собрал, я потратил время. Вот, тут сразу видно. Так, что из этого взять? Окей, так, полечу. Так, а за тебя? Я могу схватиться. Нам приближаются враги. Все, нет врагов. О, я могу купить. Сразу зажигать. Все, сразу нельзя было нажать РПГ, все. Только она какая-то маленькая. Вы представляете, у вас РПГ с размером, как ваш котик. Что это? У меня грозное оружие, у меня игрушечная ракетница. Бойтесь меня. Это вот так будет выглядеть. Рада вас видеть, ребята. Помогите мне очистить город от врагов. А, ну так нифига, он жесткая. Только патронов очень мало. Так, стоять. Не сумеете уничтожить звездный дозор, вас ждет увольнение из Дрэка Индустрис. Если вот так нельзя, надо вот эти убрать. Сейчас просто пробуем.
Это уже решайте вот так. Так, решаем головоломки со мной. И самая последняя. Но она... Не, она никому не мешает. Мешают ей. Вот, все. О, еще одна карточка гроба. Кстати, ребят, если хотите видео с тем, как я соберу все карточки гроба, ставьте лайки. Если наберем... Давайте, если наберем... Если будет 100 просмотров под этим видео... Вы, кстати, можете помочь мне набрать 100 просмотров, если будете репостить это видео своим друзьям или, не знаю, в ВКонтакте, куда-нибудь. Вы этим мне очень сильно поможете. Если я вам реально важен, то вы можете этим заняться. Что это? Окей. Кстати, такая красивая анимация вот этих ботинок. Золотой болтик. Стоп. Я вот хоть на этот забор залезть. Мне забор ударил. Нет. Окей. Значит, можно через. Вот это. Нет. Так, вот, говорил, что можно. Так. Мы все собрали. Они лезут из-под снега. В смысле? Это же типа круты? Или как? Чё, чё она делает? Она просто под землю стреляет. Ну, а когда уже на уровень гранат? Вы чё, офигели на меня? Так, вот так вот. Вообще, я котик. Давай так нельзя. Видите, я котик. У котика граната. Хотя нельзя бежать. А чё ты не умер хотя бы? Там ухо за ухо, нос за нос. Там что-то такое. И там котячий кодекс. Что-то такое. Такого нету котов? Пытайся за турака и спасибо. Я уже хватанулся один раз. Чуть не убили. Ну, у меня тут сейчас зурком вот эта штука пуляет. Так что у меня сейчас будет. Ну вот у тебя перло вот сейчас именно подойти. Ну через 5 секунд. Ну сейчас они, главное, сдохли, ну что это? А время я просрал. Мне жизнь бесконечная. Мне не котик, я не котик, у меня не 9 жизней. Одна жизнь, 60 лет примерно. Это средняя статистика. И что, я просру ее на вот это вот? На вот, вот это? Если звездный дозор не будет уничтожен, мы... Таник. Был, имею уже дела с танками, вот, Дэнс танчик. Просто чисто World of Tanks. И что я должен делать? Главную ракету я просрал. Видимо, лед не является для лоботов естественной средой обитания. Что могу сказать? Не является. Вот. Видите, даже котик
не затянем. Смотри, как дэнсит. Я их убивать даже не хочу. Смотри, смотри на эту. Ну ладно, я их убью. Потому что еще что-то вылезет. Еще один танк сейчас припьется. Потом за ним еще один. Что я должен делать? Все, шмерт. Вот, вот я говорил, что сейчас танк будет. Приперся. А у тебя, а его даже никто не просил, знаете, вот, вот такие танки вот в наше время наглые. Вот видите, зато как дэнсит. Сначала надо убить вот этих подопечных. Офигеть, он дамажит. Ну что, у меня свое оружие. Я перебил больше... Что? И где-то так быстро... Ну вот, вот это... Вот хотя бы вот это уже убьет. Если вы не справитесь с Рейнджерами. Поэтому мы с советом директоров решили подкинуть вам стимул. Бларк, который прикончит галактических Рейнджеров, получит путевку по типу «Все включено» на третье кольцо Лабаша. Вечеринки, орбитальные круизы и даже кулинарные курсы. С этими лазерными турелями так просто не справиться. Придется поискать обходной путь. Вы идите, а я прикрою. Спасибо, мы пошли, а ты прикроешь. Конечно, нам тяжелее. Вот давайте теперь начнем прокачивать этот разжигатель. Я думаю, что вот урон при столкновении. Потом будем прокачивать обойму. Потому что скоростная тоже пригодится. А че вообще, че эти пушки мне могут делать? А, 8 хп за одну пулю, я понял. Спасибо. Разъяснили. Да, так у меня зовут не Речит. Канал у меня называется Killer Games. А зовут меня Саня. Окей, ребят, идем. Смотрите, сейчас перепрыгну вообще. Я же говорю, я ассасин вообще натуральный. Подождите, я только что сделал прямую рекламу ассасин. А хотя там реклама не нужна, он и так популярен. Вот видите? Пердак у меня уже загорел. Я еще даже не пришел. Хорошо, да, все хорошо. У тебя хвост не сгорел? У меня сгорел. Давайте так вот. Вот если здесь не набирается вот хотя бы 5 лайков, все, у меня пропадает мотивация снимать. Я обидюсь. Вот все, что я знаю, что делают. Магия. Мне было интересно, убьют ли меня вот эти вот. Я, оказывается, еще и сдох. Потому что коты сдыхают, они умирают. Неизвестный факт. Ну, наверное, в этой галактике они именно умирают, потому что это было бы неуважительно котикам. Ну если котик такой один во всей вселенной, тогда какое там вообще в жопу уважение? Слышь. Обойдешься. Вот перелети, у тебя ранец, у меня ранец отобрали. Я почему-то вот на таких планетах не могу летать. Ты чё, недостоин, что ли? То есть она не может так же, вот как я, просто перебраться? Вот так же. Вот именно вот так же.
А чё я не могу ходить? Не, не готов. Тред. А кто такой вообще тред? Подожди. Дрэк. Я думаю, тред. Понимаешь, что у Рэчета голос ко мне, чем такой, знаете, вот такой вот. Прям, знаешь. Вот когда ты стоишь супергероем, у тебя прям, знаете, вот появляется вот эта частичка ЧСВ. Да, ребят, кстати, я уже, ну, болен, но уже не настолько. Горло у меня болит, ну, частично. Помните, я говорил про два танка? Вот, я говорил, что они там вот втихаря что-то делают. А мы не узнаем, что они делают. Ты смотри, какие это эти танки вообще. Все движения, это как омоложение. Туру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру. Туру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру. Туру-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 ру. Все. Стиль движения, прям как омоложение. Туру. Ладно, все, ребят. Я знаю, что вы уже, наверное, выключили видео. Я могу бить? Падай. Падай. Я тебя на сало продам. Ладно. Не падай, пошутил. Да ладно. И как можно быстрее, Ашу? Ты же... Вот смотри, я сейчас пробью без вот этого вот говна. Без вот этого вот всего. А почему он перешел? Стоп. Стоп, то есть я могу выключать? Так я бы, по идее, без этого не прошел. Потому что... Давайте, сейчас. Сейчас будет па-па-пау, пи-пи-пиу, пи-пи-пиу. Пу-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Ратат... Разбивать эти корабли по одному. Когда орудие зарядится, открывай. Я буду вообще все сбивать. Понятно, я вас уничтожу. Сначала комариков. Эти мелкие скотыняки не забожали мне сало кушать. Так а что я делаю, по-твоему? Так, не мешай. Вот такие комары, они просто передо мной летают. Что я должен делать? Я понял, походу. Когда я уничтожаю этих комариков мне, короче, дают вот... Да, вот это вот заряд. Ну, короче, пушки. А что будет, если я промажу? А, ну, по идее, она не взорвет. Не, главное просто станет ли мне пуля. Точнее, не заряд. Я просто буду стрелять. Какая в жопу ракета? Здесь еще ракеты есть. Заряд ионной пушки, ионная пушка готова. Пиу, ребят, давайте, просто баталия, просто батл. Смотрите, просто летит так и не стесняется, вот что это за, вот что за народ. Убивают и даже не стесняют, вот при всех вот так вот пиу и все. Что вы за люди такие? Вот, кстати, вот я никогда не понимал, почему так медленно... Вот эти вот заряжаются, вот это вот все взрывается. Где этот корабль? Что ты на меня быканул? Давай ты первый. А ты на меня быканул, вот ты и взрывайся. Понял? Видите, вот не надо на меня быковать. Он быканул, он все крякнул. Первый быканул, первый крякнул.
Что ты ты там тоже что ты? Что ты? Ты? Вот видите, не надо ни на кого быковать никогда. Потому что будут быковать на вас, и потом вы уже врежете. Ты на меня будешь стрелять еще? Ты еще на меня плюнь. Сейчас, ага. В губы он развеется. Вот тут такси. Орудие готово! Огонь! Пью! Бдыщ! Видите, все сразу взорвались. Просто бдыщ! Ды-ды-дыщ! Бабах! Все, вот так, кыш, комарики. Да! Угу. Проваливайте отсюда. Да, я такой, да, ты. Вот, да, все, ты теперь будешь моей фанаткой. Давай, пошли, мой менеджер. Ты будешь менеджер Алена. А мне, и мне пофиг, как тебя в реальности зовут. Ты менеджер Алена. И теперь будут мои фанаты. Да, тебя там не было. Теперь встретимся и проследуем за благами на кварту. Вас понял, капитан. До встречи. Похоже на все. Ладно, давайте, ребята, еще вот здесь пройдем. И уже будем заканчивать наш супер лакшери выпуск. Понятно, здесь надо будет прыгать. Скок. Такой прыг, скок, прыг, скок, прыг, скок. Врум. Ладно, че, ребят, я не буду так что-то такое говорить, потому что я уже вижу, как вы нажимаете на кнопку выключить это видео. Пошел отсюда. Давайте все буду перепрыгивать. Просто все буду перепрыгивать. Ну, только если у меня хп. Короче, не, все. Жопа перепрыгивания. Уверен, что надо туда. Вот прям попой. А, я делаю круг. Нет. Вот попробовал перепрыгнуть на свою задницу. Вот попробовал. Вот нафиг ты пробовал. Вот, ну, ай-ай. Ну, шо ж ты творишь? Ла-ла-ла-ла. Скорость просто за предел. О, ребят, зараз будем мультики смотреть. Все. Мультики закончились. Не, я не могу вот так прощаться. Я всегда прощался возле своего корабля. Ну, по крайней мере, максимально близко к нему. Так что кораблик. 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 Не, давайте все-таки уже прокачаю. Ну, тот, этот один... Что это даже? Не знаю, что это. Окей. Зона поражения. Еще одну пульку, как всегда, просрал. Я сейчас буду как ниндзя. Вот так вот. Чик. Чики-брики. Вот и что ты тут стоишь? Кстати, давайте его для нее встану и попрощайся. Ну что ты на меня смотришь? В камеру смотри. Короче, так. И, ребят, всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. А с вами был я, Саня. И всем удачи, всем пока. We'll be right back.
Thank you.